Баку считает недопустимыми попытки Еревана использовать ситуацию в Сюникской области в политических целях. Как передает канал 13, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана. Накануне Минобороны Армении сообщила, что Баку попытался провести работы по уточнению границ на одном из участков Сюникской Зангезурской области. Ереван считает этот инцидент спланированной провокацией. «Мы рекомендуем армянским политическим и военным кругам не впадать в панику, принять реальность межгосударственного пограничного режима вдоль Зангеланского, Губадлинского, Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана и не нагнетать необоснованную ситуацию в регионе», сказано в сообщении ведомства. МИД Азербайджана также отмечает, что подобные случаи могут и должны решаться путем взаимных контактов между военными с обеих сторон. Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, азербайджанские пограничные войска с улучшением погодных условий дислоцируются на позициях Азербайджана в граничащих с Арменией Лачинском и Кельбаджарском районах, которые имеют сложный горный рельеф и климатические условия. Этот процесс осуществляется в обычном режиме и систематически, подчеркивает ведомство. Меры по укреплению системы охраны границ, реализуемые в рамках территориальной целостности Азербайджана, осуществляются на основе карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном, напоминает МИД Азербайджана. С момента восстановления независимости две страны по понятным причинам не имели государственной границы, и по этой причине мы говорим о сложном техническом процессе, который в настоящее время сопровождается разногласиями между сторонами. Удивительно, что армянская сторона неадекватно отреагировала на этот процесс и сделала провокационные заявления. Считаем неприемлемыми попытки официальных кругов использовать этот вопрос в политических целях в связи с предвыборной ситуацией в Армении, подчеркивает внешнеполитическое ведомство Азербайджана. По данным министерства, с 12 мая в указанный район направлено руководство Государственной пограничной службы Азербайджанской республики. На месте ведутся переговоры с пограничниками противоположной стороны и предпринимаются соответствующие шаги для нормализации ситуации. Азербайджан привержен разрешению напряженности в регионе и призывает предпринять соответствующие шаги, заключает МИД Азербайджана.